Встречи с трудовыми коллективами, предприятий и учреждений, информационные баннеры, бутики здоровья. В городе Жезказган рассказали, как ведется информационно-разъяснительная работа по внедрению обязательного социального медицинского страхования. Светлана Фарина расскажет подробности. С 1 сентября Карагандинская область приступила к реализации пилотного проекта по внедрению системы обязательного социального медицинского страхования. В городе Жезказган полномасштабно проводится информационно-разъяснительная работа. Спикерами было проведено более 85 встреч с трудовыми коллективами предприятий и учреждений города. Информационно-разъяснительная работа проводится детально по вопросам отчислений в фонд медицинского страхования и периодичности платежей, порядка погашения задолженностей и так далее. На сегодняшний день в Жезказгане проводится информационно-разъяснительная работа в коллективах общеобразовательных школ. Отделом занятости и социальных программ проходит ежедневный мониторинг по информированию населения с организацией поквартирных и дворовых обходов для выявления тех, кто не прикреплен к семейно-врачебной амбулатории. Необходимо было идентифицировать 3261 жителя города. На сегодняшний день по итогам мониторинга охвачено 100% данных лиц. Каждую субботу организация ПМСП города проводит дни открытых дверей для прикрепленного населения. В местах скопления населения установлены уличные баннеры. На постоянной основе в виде рассылок абонентам коммунальных служб и на объектах транспортной инфраструктуры выдается печатная продукция и размещены буклеты и постеры по медстрахованию. С 1 января по 19 ноября этого года по городу Жезказган работодатели и индивидуальные предприниматели перечислили фонд обязательного медицинского страхования 978 миллионов 733 тысячи тенге. Это на 100 миллионов тенге больше, чем за весь 2018 год. Светлана Фарина, Николай Шевелев, 5 канал.